Зло уже близко, мои верные подданные. И уничтожить это мерзкое отродье можем только мы. Есть только победа или поражение, жизнь или смерть. Сегодня добро и зло сойдутся в последней битве. Со мной! Не так быстро. Вы приказали сжечь несколько городов и деревень. Вы сожгли мой дом, потому что моя семья отдала армии все, что имела, и больше не могла поставлять войскам продукты. Что? Да как вы смеете? Я паладин добра! Умрите, предатели! Каждого, кто встанет у меня на пути, ждет смерть! Добро восторжествует! Да, похоже, Танос совсем свихнулся. Тем временем армия, с учетом обстоятельств не такого уж и плохого зла, добралась до развалин, в которые превратился когда-то прекрасный Штормбург. Кому нужны подданные, которые могут ослушаться? Я призову из Вальгаллы полчища мертвых героев. Опять? Казалось, магические способности Таноса ослабели. Можно было предположить, что на этот раз его порталы уже не будут такими неуязвимыми. Обратного пути нет. Мы должны надрать этим лицемерным добрячкам задницу. Поехали! Строй подземелье! Собери армию и покажи Таносу, что у нас есть яйца! Ты же помнишь, что ты девушка? Да ну тебя, Тан! Просто рассказчик! В атаку! Приветствую всех. И, к сожалению, в очередной раз мне довелось забыть включить микрофон. Так что могу лишь пожелать приятного просмотра.
пора платить жалование. Гениальная речь, а также угроза расправы, вдохновила героев броситься в атаку на подземелье, разумеется, во имя добра. В твоем подземелье враги!
жалование. Случайно откопанной комнаты рекой хлынули пауки. Гадость какая! В твоем подземелье враги. Бесстрашное зло знало, что вскоре в подземелье откроется портал, и готовилось к этому. Приведет меня к победе и уничтожит зло. Откройтесь же, врата Вальгаллы! Вперед, герои!
Уничтожим этих червяков! Положившись на давно испытанную тактику, Танос открыл портал в Вальхаллу и призвал на свою сторону славных воинов прошлого. Защищай подземелья! Ставь ловушки! Точи оружие! Прочитай какую-нибудь книжку про то, как защищать подземелья! Разрушительное зло уничтожило все открывшиеся в подземелье порталы. Пора платить жалование. Ваши сопляки выкопали эту золотую кирку. Из случайно откопанной комнаты рекой хлынули пауки. Гадость какая! Ваши сопляки выкопали золотую кирку. Оу, какие у нее скрытые бонусы? Она работает как лутбоксы? Наверное, нет. Ребята из Realm Forge понятия не имеют, как зарабатывать деньги. Талия! Ах ты, змея! Я очищу твою душу и предам ее искупительному огню! В твоем подземелье враги.
Надеюсь, никто не боится пауков. Обнаружено паучье гнездо. Жалование. В твоем подземелье враги. Зло победит! Надеюсь, никто не боится пауков. Обнаружено паучье гнездо.
Жалование? Талия! Ах ты, змея! Я очищу твою душу и предам ее искупительному огню! Подземелье враги. Грозное зло предусмотрено, что уже очень скоро в подземелье откроется портал. Добро восторжествует! Я открою еще один портал в Вальгаллу!
что же, вторую волну из Вальхаллы мы отбили, а значит, у нас есть все шансы продержаться достаточно долго, чтобы порядочно здесь укрепиться. Но, тем не менее, на этом пока что все.